Конкурс каждой весной проводит коллектив историко-краеведческого музея. После подведения итогов и награждения победителей по традиции все работы выставляются в больших окнах здания музея, которые являются прекрасной выставочной витриной в самом центре Щелково. Выставка – своеобразный бонус для участников и призеров конкурса и призыв к другим фотографам-любителям фиксировать интересные моменты жизни родного города. В этом году конкурс особенный. Он был посвящен 90-летию Щелково и 70-летию Победы. В нем, как гласит название, три номинации – город, события и люди. Прежде всего, это, конечно, социально значимые фотографии, красивые виды города, фотографии крупных мероприятий, которые проходили в 2014 году. Вот мы стоим с вами на фоне фотографий, посвященных Дню Победы. Представлено здесь почти 100 работ, с одной стороны и с другой стороны в окнах музея. Кроме того, в этом году коллектив музея подготовил к изданию альбом с работами участников своих фотоконкурсов. В скором времени издание должно увидеть свет, а фотовыставка в окнах историко-краеведческого музея продлится месяц.